ради тебя я в ад не пойду. And don't you dare go to hell for me. И не смей идти за меня в ад. If you ever see me walk from this precious message. Если ты увидишь, что я отхожу от этого драгоценного слова, не следуй тогда за мной. Here is this Christian killer. И вот здесь находится этот человек, убийца христиан, who God raised up, которого Бог поднял, to be the chief apostle to the Gentiles. Для того, чтобы быть главным апостолом для язычников. You know why? Вы знаете почему? Pastor Mark. Pastor Mark. God can use Paul. Если Бог мог использовать Павла, he can use anybody. Он может любого использовать. He can use anybody. Он может любого абсолютно использовать человека. How about you? А как насчет тебя? Is there some conflict going on? Может быть, внутри тебя происходит какая-то борьба? I can tell you that probably before the day's out. Я скажу тебе, в чем проблема, что до конца дня, что будет определенный конфликт. But your wrestle is not going to be with me. Но ты будешь бороться не со мной. Your wrestle is going to be with God. Ты будешь бороться с Богом. In all thy getting. И во всем этом. Get understanding. Во всем, чем ты можешь, приобретай понимание, приобретай разумение, приводи в подчинение, связывай всякую мысль to the obedience of Christ. Послушание Христе. And be ready to revenge. И будь готовым all disobedience для того, чтобы противостоять всякому непослушанию until your obedience is fulfilled. До тех пор, пока будет исполнено твое послушание. Аминь. The conflict. Вот этот конфликт. Of transition. Конфликт перемен. We're going to stay here. We're going to move in our next session. We're going to stay in the same vein for a little while. Мы остановимся здесь и потом на следующей сессии мы как раз начнем с этого момента. Встаньте, пожалуйста, еще раз вместе со мной. Pastor, I'm going to ask you if you come. Пастор, попрошу вас. Помолитесь, пожалуйста. Помолитесь, пожалуйста. Давайте будем молиться. Во имя Господа Иисуса Христа, мы, Господи, благодарны Тебе за эту милость, которую Ты сегодня оказываешь для нас, Господь. Что мы сегодня можем быть собраны в церковь, что мы сегодня можем слышать Твое Слово, рассуждать, Господи, о жизни Твоей, рассуждать, Господи, о правде Твоей. И я прошу Тебя ради имени Твоего Святого, благослови сегодня нас, Господи, и разум наш, сердце наше, Господи, чтобы мы действительно сегодня могли Слово Твое впитывать, чтобы оно отображалось в нашей жизни, чтобы оно меняло бы наше мышление, чтобы оно меняло бы наше хождение, Господи. Потому что Ты призвал нас сегодня действительно, Господи, быть Твоим светом, быть в церкви Твоей, быть членами тела Твоего, Господь. И я очень Тебя прошу, во имя Иисуса Христа благослови нас, Господь. Мы просим Тебя, потому что без Тебя мы ничего не можем. Господи, да будет во всем милость Твоя и благость Твоя. А мы прославим Тебя,